нет? Мы сейчас сначала должны подъехать и перед Борочкой... Вы мне носку дать, да? Нет. А что, она? Я отпускаю сцепление, много я тогда это... Так, вот. Поворачиваем руль. Угу. Вот, отлично. Угу. Выравниваем, стоп. Роль, вот так, да? Стоп. А, здесь остановиться надо? Да, нужно остановиться. Остановиться и... Нейтралка, ручник. Угу. Остановиться, нейтралка. Ручник, все. Педали отпустили. Педали отпустили. А дальше мы трогаемся с газом. Трогаемся с газком, да. С газком и налево мне поворачивать, да, когда поднимаем? Нет, нужно заехать и остановиться. Все, так, сейчас. Первый. Угу. Поехали. Сейчас еще надо это отпустить немножко, чтобы она заскрипела. Опа! И что я сделала не так? Отпустили сцепление. А надо было на газ. А что она мне не слышала, я гу? Я отпускала пока. Все машины по-разному. Ну я там слышала гудело сильно, поэтому я... Можно, да, включать? Да. А как же тогда я узнаю, когда можно это, на этот нажимать, на газ? Попробуйте еще раз. Вы просто быстро его отпустили, поэтому вы не услышали. Сейчас можно уже на газ? Я сцепление. Нет, а почему? Еще отпускаем сцепление. Ну не до конца же. Нет, я скажу, когда еще. Вот, чувствуете, дрожит? Да, во, дрожит. Вот, да. Давайте газ теперь. Ой. Ну, где газ? Ну вот это газ, я же нажимаю. Да, еще. Вот, отпускаем. Едем, стоп. Стоп здесь надо, да? Да, нейтралка, ручник. Все-таки надо нейтралка, ручник. А как вы будете стоять? А он меня учил, чтобы я стояла нога на а этом. А он может вас в космос отправить, а вы полетите? Ну, я поняла. Значит, мне лучше это, не надо этот самый, не надо на этом самом. На тормозе? Нет, не надо. Не надо на тормозе. Вы сейчас отпустите, вы еще должны проверить, стоит машина на ручнике или нет. Отпустите тормоз. А если назад? Где отпустите там? Тормоз. Вот, машина стоит. Все в порядке. Угу. Что дальше делать? Теперь выходит инспектор, ставит он сзади столб, так. Возвращается обратно в машину. Угу. И после этого он говорит, трогаемся. Так, трогаемся. Да. Я должна включить этот... И как трогаться мне? С газа трогаться здесь? Конечно. С газа и... А ручник когда? Нажимаете на газ, газ фиксируем на оборотах по тахометру 2500. Тахометр знаем, где находится? Ну вот он. Да. Нажимаем на газ, фиксируем на 2500. Ну сейчас же еще нельзя на газ. Нет. А? Сейчас нажимаем на уже педаль можно? Газа, да. Фиксируем обороты на 2500. Ого. На 2500. Так. Вот, зафиксировали. Да. Плавно отпускаем сцепление, чтобы стрелка опустилась до единицы. Газ держим. Вот. А теперь отпускаем ручник. Ой, как интересно. Господи, я такое не знала. Сейчас газы убирать, да? Да. Я правильно еду? Или правильно. Надо было... Сюда точно? Да. Ой, господи. Сердце останавливается. Так, а теперь вот сюда налево? Да. Ага. Такая у вас крутая машина, что я боюсь даже это. У него подерганная была. Так, да. Куда мне? Вот сюда, да? Да, на упражнение гараж. А, вот. Так, здесь я должна сделать стоп. Да? О, как вас мы остановила. О, как я вас остановила. Так, ровненько, да? Вот. А чё ж я так, это, очень резко? Резко нажимаете на педаль тормоза. А как научиться не резко? Плавно. Да я её еле-еле дотрагиваюсь. Это вы так думаете. Да?